Это ты. Касика не видел? Только что посадил пассажира, по-моему, скоро вернется. Сейчас прибывает скорая из Варшавы. Если Казик не опоздает, я смогу сразу кого-нибудь подхватить. Казик парень аккуратный, только бы с ним чего-нибудь не случилось. Жена Хылока прождала его тогда 4 часа. Да, уже месяц прошел, как его убили. А милиции ни черта. Говорят, бандиты не оставили следов. А кто его знает, может, их и накрыли. А, мы знали бы уже. А, черт. А Казика не видать. Вот он. Наконец-то. Я уж думал, ты не поспеешь к поезду. Ну как машина? Опять сцепление подвело. Слава богу, был без пассажира. Пока исправил, но кто его знает, сколько продержится. Пора бы купить машину поновее. А на что ее купишь? Где деньги? И откуда они могут взяться? Я сегодня больше стоял, чем ездил. Не нравится людям машина. Уж очень стара. Эх, заколдованный круг. Ну, я-то хоть работаю на себя одного, а ему скоро придется зарабатывать на двоих, а потом и на троих. Что-то я Марыси давно не видел. Увидишь, она обещала принести мне кофе. Простите, вы не свободны? Пока свободен, но ненадолго. А все-таки машина людям нравится. Машины очень скромны. Если первый пассажир хорошенькая девушка, это к счастью. А можно мне рядом с вами сесть? Мне хочется посмотреть город. Будет буря. Что ты, в это время года? Сейчас увидишь. Ну, на сей раз, пани, вам далеко не уехать. Так далеко, как вам бы хотелось. Что случилось? Ишь какая! Можно мне рядом с вами сесть? А что, я хотела посмотреть город и решила сесть впереди? Я плохо знаю город. И меня вы еще плохо знаете. Может, поедем, пани? Да. Нет, ваша старушка людям не по вкусу. Марыся, что ты вытворяешь? Я из-за тебя потерял пассажира. А я из-за тебя потеряю здоровье. С каждой ты заигрываешь, каждой ты нежно улыбаешься. Казик, ты же видел, скажи ей. Такой ревнивый, разве можно что-нибудь втолковать? Вы меня не сможете разубедить, ни ты, ни он. Хватит с меня, надоело. Можешь теперь бегать за каждой встречной. Мне уже безразлично, что ты... Что я? Ну что я?
Что ты от меня хочешь? Ничего, ничего не хочу. Марыся, Казик, побудь около машины, я сейчас вернусь. Что же вы не едете? Надо же сначала узнать, куда. Ах, да. Орлова, зеленая 8. Ну, будешь на меня сердиться? А ты бы хотел, чтобы это меня не трогало. Дурашка, меня не интересуют другие девушки. И ты ни с одной не флиртуешь? Ни с одной. И не будешь флиртовать? Нет. Никогда? Никогда. О, надо идти, Казик меня ждет. Иди, и мне пора. Сейчас кого-нибудь поймаем. Слушай, Весла, ты не подбросишь Марысю домой? С удовольствием. Садись. Возьми зонтик. Не бойся, не растаю, не сахарный. Идемте со мной. Вас надо перевязать. Не надо, это чепуха. Вам они ничего не сделают? Нет. Надо сообщить в милицию. Не стоит. Вы сами с ними здорово расправились. Теперь они не скоро опомнятся. Идемте. У меня в гримерной есть и вата, и перекись водорода. А под дождем стоять не очень уютно. Вы актриса? Певица. Я пою в Орионе. Ну? Я не могу. Меня ждет на вокзале товарищ. Но у вас же все лицо в крови. Первый же встречный милиционер отведет вас в милицию. Товарищ подождет несколько минут. Идемте. Зеленая, это, мне кажется, около Мествина. У самого моря, возле пляжа. Люди домой спешат, а я 13-й час сижу за рулем. Приходишь домой, как в гости. А жена не жалуется? Только этого не хватало. Жена. Довольно с меня невесты компаньона. Вечно его ревнует. Они ссорятся, и мне еще достается. Да. Но пока это еще цветочки. А что после свадьбы начнется? То одно плохо, то другое нехорошо. Я для этого не гожусь.
Там было 6, значит, здесь должно быть 8. Так меня в школе учили. Сколько с меня следует? 33. Вот. 20 и 20. А сдачу? Спасибо. Пан директор, пожалуйста, входите. Насквозь промокли. Ничего. К счастью, я поймал такси. Мы же просили, чтобы вы приехали автобусом. Пан директор, никто не должен знать о вашем приезде сюда, понимаете? Никто. Где же мне было искать этот автобус? Да и никто меня не видел. А водитель такси, который вас привез? Ну ничего, с ним мы как-нибудь справимся. У вас все в порядке? Да. А у вас? Можете не волноваться. Прошу, вы не закусите, потому что следующий ужин будет только в Швеции. Мне повезло, я уж думал, буду возвращаться порожняком. В такую погоду никто не хочет из дому вылезать. Разве что нужда. Но и льет. Лета совсем почти не было, и всю осень льет. Если и зима будет такой плаксивой, пропал мой отпуск. Хотел в январе выбраться в горы, немного отдохнуть. Плохую погоду на море тошно смотреть. А черт, темно как в могиле. Прошу вас на минуточку остановитесь, я рассыпал деньги. Может, помочь вам? Когда ты являешься? 2 часа ждал автобуса. Надо было взять такси. Я не езжу на такси. Опоздал почти на 3 часа. Ну, погоди, я тебе это припомню. Прошу.
Послушайте. Что вам угодно? Еще один бисквит. Пожалуйста. Приятно обслуживать человека, который разбирается в напитках. Правда, сейчас это редко встречается. Кажется, вы у нас впервые. В этом ресторане, да. Вы, наверное, издалека приехали и не знали, что в это время года Гдыня неинтересна. Иной раз нет выбора. Понятно. Раз директор посылает, надо ехать. А директор иногда и сам выезжает. Прошу прощения. Пан директор, позволите? Что вы меня так разглядываете? Редко приходится видеть настоящего мужчину. А сейчас, пожалуйста, отвернитесь, мне надо переодеться. Вы знаете, я, пожалуй, пойду. Вы не хотите послушать, как я пою? Я скоро буду готова. Посмотрите меня на сцене, и тогда можете уйти. Подождите. Еще секундочку. Ну, теперь можете повернуться. Паня Кристина, прошу на сцену. Иду. Джин. Отсюда вам будет очень хорошо слышно и видно. Добрый вечер, пани Кристина. Вам, как всегда, сок. А что для пана? Тоже соку. А может быть, что-нибудь более мужское? Пожалуйста. Пан директор позволит еще? Прошу. Будьте так любезны, не угостите ли вы меня папироской? О, благодарю. Спасибо. Иду работать. Co ze mną nie to nic, gdy musisz iść, to idź, lecz powiedz mi, gdzie... Ty uchodzisz w dość i w noc. Что ж, ступай. Ничего не объясняй. Скройся прочь. Мне тебя не удержать, не догнать. Остается только ждать, только ждать. Ждать. Powiedz, kto cię zabiera? Nie, nie idź dziś, chociaż dziś wiem, nie mów nic, przecież ja wierzę, wierzę ci, jak nikt wierzy ci właśnie teraz. Ja wiem, wiem, że nie zmienię nic, że nie pozwolisz mi,
лучше тобі дить, хто ще кончить, хто ще забіраний. Я теж одешла бим, леч где маніть, где, повідь, где пуйде ноцом. В дещ, в такий дещ, повідь, по цо. Знов єстеш сам, я то знам, добре знам. Знов м'я ноц, пуста ноц, której шкода. Где, повідь, где хочеш утекати? Не, не йди діс, хоча ж діс, вєм, мусиш іти, не мусиш. Nie mów nic, bo ja i tak będę czekać. Będę czekać, będę czekać, będę czekać. A to co za krasotka? Ona porядочna dziewuszka, pan dyrektor. Nie taka jak все. A ja lubię porядочnych dziewuszek. Jak by z niej pobliżej poznakomić? O, ona nie zawodzi znakomstw. Постараюсь что-нибудь придумать. Касика тут не было? Я его не видел. А ты давно стоишь? Полчаса уже, и все, никого нет. Пожалуйста, соку. И немножко льду. Извините меня, что я вмешиваюсь. Разве для певиц холодные напитки не вредны? Нисколько. А вы что, тоже певец? О, нет. У меня очень прозаическая профессия. Я директор кожевенного завода. Да? Пан Юрок, пожалуйста, вызовите мне такси, я уже освободилась. Стоянка не отвечает. Если позволите, у меня здесь машина. Я вас отвезу. Благодарю вас, я как-нибудь сама доберусь. Не отказывайтесь, пани, от такой маленькой услуги. Сейчас поздно, льет дождь, и вы нигде не сможете найти машины. Разрешите представиться? Моя фамилия Буруч. Это мне доставит большое удовольствие. Но имейте в виду, я живу далеко. Слушай, Юзеф, если увидишь моего компаньона, то передай ему, чтобы он заехал ко мне домой, понятно? Здесь скорее гриппа дождешься, чем его. Благодарю, до свидания. Она не действует. Пожалуйста. Я ненавижу дождь. А если он шумит за окном? И дома сидеть не люблю в такую погоду. Превосходно. Здесь неподалеку я знаю одно кафе. Оно, пожалуй, открыто. Давайте заедем, выпьем кофе. А в это время, может быть, и дождь пройдет. Что вы меня так разглядываете? Проверяю, похожа ли вы на обольстителя. Ну и как вы считаете? Нет, пожалуй. Значит, едем в кафе, да? Этого я еще не говорила. Но, честное слово, я не флиртовал. Кружится голова. Никогда в жизни столько не пила.
Оно, видно, слишком крепкое. Да нет, совсем легкое. Только чтобы вас развеселить. Вам уже и дождь не страшен, верно? Не страшен. Если бы вы знали, как вы сейчас милы и очаровательны. И на сцене вы хороши, но сейчас еще лучше. Впрочем, у вас прекрасный голос. Мой голос. У меня есть пластинки Паташу, Эдит Пьяф, Дорис Дэй. Если бы слышали, как они поют. У них мировая слава, богатство. При желании вы это можете иметь. Все зависит от умения вести себя в жизни. Вы слишком многого требуете от меня. Не от вас. Это обязан обеспечить мужчина. Но такого мужчины не существует, и не будем говорить об этом. А вам правда нравится мой голос? Так нравится, что я бы хотел, чтобы вы еще раз спели. И только для меня. Как, здесь? Нет, у вас. Но ведь я живу одна, и потом сейчас ночь. Только на минутку. Вы споете мне песенку, и я тут же уеду. Можно? Дорогой, дай мне, пожалуйста, папироску. Ну что? Отпечатки везде одинаковы. Бандит работал в резиновых перчатках. Хорошо иметь дело с профессионалами. Резиновые перчатки, пистолет солидно организованы. А сколько он мог иметь при себе? Несколько сот злотых. Из них 100 остались в бумажнике. И на видном месте. Либо его кто-то спугнул. На этом пустыре. Либо это ограбление мнимое. Вы помните убийство Хылока? Того шофера, застреленного в Елиткове? У него тоже забрали не все деньги. В кармане осталось больше 200 злотых. Мы думали тогда, что их кто-то спугнул. У нас есть отпечатки их пальцев? Бандиты были в перчатках. А следы обуви? Тогда был шторм и лило как из ведра. Так же, как вчера. Варшава, Гдыня. А что было со счетчиком в такси Хылока? Он работал. Большая была сумма? Не помню, но это можно будет проверить. Интересно. Проверьте. Какие же могут быть мотивы убийства, кроме грабежа? Месть? Девушка, ревность, дележ общих барышей. Не забывайте, что у убитого был компаньон. Верно. Ковальский. Товарищ капитан, никаких следов нигде не обнаружено. Вчера был такой ливень. Хорошо, что не землетрясение, а то и машины бы не было. Обыщите еще раз машину и всю территорию вокруг. Может, найдете что-нибудь. Постучи, постучи. Я тебя дольше ждал. Вы по какому делу? Неприятному. Милиция. Можно войти? Если вы так настаиваете.
Нет, пожалуй, вы не из милиции. Они повежливее. Очевидно, я нетипичен. Чья это кровь? Моя. Неужели вы по цвету не узнали? Вы уверены, что это ваша кровь? Абсолютно. А вы бы хотели, чтобы я тоже был в этом уверен? Мечтаю. Тогда позвольте мне забрать рубашку с собой. Пожалуйста. А если при случае вы отдадите ее в прачечную, я вам буду очень благодарен. О, где это вы так промокли? Если я скажу, что в ванне, вы же все равно не поверите. Что вы делали вчера между 10 и 12 ночи? Может, вы скажете мне, зачем вы пришли? Если вы до сих пор сами не поняли, я вам скажу. Вчера вечером ваш компаньон был убит. Казик. Итак, что вы делали между 10 и 12? Я был на вокзале всю ночь. Я должен был сменить его, там я и промок. А когда надо было сменить его? В 9. Казик запоздал, потому что исправлял сцепление. Потом я поругался со своей девушкой, побежал просить у него прощения, а когда вернулся, Казика уже не было. Потом я его ждал. Кто вас видел между 10 и 12? Вы меня подозреваете? Я никогда бы не осмелился. Хочу только установить факты. А у вас неплохая комната. Можно ее получше рассмотреть? Обыск. Иногда называют и так. Делайте все, что вам угодно. Благодарю. Очевидно, я воспользуюсь вашей любезностью. Входите. Так вы говорите, что Гурский и Ковальский никогда не ссорились? Да. Нам известно, что вчера вечером на вокзале невеста Ковальского поссорилась с ним. А тут Гурский тоже не вмешивался. С какой стати? И разве они ссорились всерьез? Ссорятся и тут же мирятся. А может быть, Гурский с этой Марысей немного крутил? А? Да что вы, товарищ сержант. Нет. У него и в мыслях этого не было. Так. Вы сказали, что видели Гурского около 10 часов. А Ковальского? Может, вы видели его тоже? Нет. Ну что ж, все ясно. Подпишите протокол. Давайте следующего. Когда я вернулся, Казика уже не было. Я ждал его до 3:15. Почему машина зарегистрирована на ваше имя? Регистрация производится на имя одного из компаньонов. А почему именно на ваше? Ну, так договорились. А если бы машина была записана на него, а я бы погиб, тогда что? Тогда бы он передо мной сидел. Часто вы ссорились? Никогда. Почему тогда Гурский хотел разойтись с вами? С чего вы это взяли? Наоборот, мы собирали деньги на новую машину. А деньги у кого? На сберкнижке. На одной книжке? Да, на его имя. Но вы, несомненно, имели право брать эти деньги. Ну и что? Ничего, кроме того, что у Гурского не было семьи, и после его смерти вы единственный владелец всех денег и машины. У вас есть невеста, и часто вы с ней ссоритесь? Часто. Но я не понимаю... Из-за чего? Она ревнива. Она, а не вы? Я? У меня нет поводов. А у нее? И у нее нет. Спасибо. При каких обстоятельствах вы порезались? Шел дождь. Я бежал домой и ударился об калитку. Об калитку. Значит, вы не можете никого назвать, кто бы подтвердил, что видел вас между 10 и 12 на вокзале? Нет. Ну что ж, благодарю вас. Прошу прочесть и подписать. Ваша рубашка. Мы не только пятна вывели, но и выстирали, как вы просили. Спасибо. До свидания.
прошу тебя, продай машину. Что? Почему? Я не хочу, чтобы ты был таксистом. Перестань, пожалуйста. Я за тебя боюсь. Если бы мы тогда на вокзале не поссорились, то сейчас ты бы там лежал. Еще неизвестно, кто бы там лежал. Ничего бы ты им не сделал. Выстрелили бы тебя в затылок, как тем двоим. Если ты не откажешься от машины, я не выйду за тебя. Не болтай глупости. Добрый день. Кто это? Да так, вез ее как-то. Вез ее как-то? А, я знаю, почему ты не хочешь продать машину. Мною пожертвовать тебе легче. Ну и прекрасно, я могу тебя освободить. Марыся! Марыся! Опять вы ссоритесь. Нет, миримся. Правда, здесь прелестно? Чуть-чуть холодновато. Зато какой простор. Я люблю смотреть, как корабли уходят в море. Я бы предпочел сам отплыть на одном из них. В качестве матроса? Нет, пассажира. Ну, для этого нужно иметь очень много денег. Есть люди, милочки, у которых много денег, но они не могут уехать. Почему? Они заработали эти деньги неофициально. Но ведь и выехать можно тоже неофициально. Ты думаешь, что это возможно? Возможно. Но денег нужно много, очень много. Вот я и торчу здесь в Гдыне. И мерзну. Тогда скорее бежим в машину. Да, это безумно дорого. Что, выезд? Ну да. Сколько? Много сотен долларов. Ну, это пустяки. Но мне они не по карману. Это же только за выезд, а на первое время тоже нужны деньги, пока не устроишься. Разумеется. Это тебе будет стоить как минимум несколько тысяч долларов. Если у тебя там никого нет. Нет там у меня никого. И этих тысяч долларов тоже. Доллары можно купить. Купить? На мой заработок, да? Ну, а если бы у тебя были доллары, тогда что? Как что? Уехала бы и немедленно. Села бы на какой-нибудь пароход и уехала бы без затруднений. Да, представь, именно так. Тех, кто мне может помочь, найти легче, чем деньги. Правда, я еще не наладила связи, но я знаю, к кому обратиться. Поедем вместе? Ты это вполне серьезно? Да, вполне. А у тебя так много денег? Детка, я могу купить несколько таких кафе, как твой Орион. И ты в самом деле возьмешь меня с собой? Возьму. А наладить связь с нужными людьми, это займет много времени? Думаю, что нет. Но я не могу быть уверена. Это хуже. А что? С такими вопросами нельзя медлить. Думаешь, я сэкономил эти деньги из своего оклада? Каждую минуту может быть ревизия, я выйду, но не за границу. В таком случае я завтра же поговорю. Только надо поосторожнее. Ведь ты же понимаешь, дело деликатное. Кто это? Можешь быть спокоен. Я знаю, что он помог нескольким людям. Но все-таки кто это? Наш бармен, Юрок. У него связи с моряками, что-то он у них покупает. Дрянь, но по-своему добросовестный. Он требует больших денег, но всегда выполняет свои обязательства. Вчера из Варшавы поступило донесение, что этот человек выехал к нам на побережье. Хорошо, спасибо.
Описание внешности преступника и его фото будут находиться в секретариате. Надо справиться в гостиницах, расспросить официантов и барменов. Человек украл почти миллион. Он будет тратить его. Ну, благодарю вас. На сегодня все. Посмотрите на это фото. Ну-ка, что за кошечка? Мила, правда? Угу. Однако, не мешает проверить, не царапается ли она. Поручик, платя за такси, вы когда-нибудь высчитывали, сколько километров вы проехали? Нет, я считал, сколько дней остается до получки. Смотрите. Здесь застрелили Гурского. На его счетчике было 36,50, что соответствует такому расстоянию на плане. Ахылока застрелили здесь. Его счетчиком дело хуже. Он не остановился в момент убийства. Но и здесь возможен подсчет. Врач установил, что смерть наступила около 2 часов ночи, а нашли его в 4. Счетчик такси выбивает на стоянке 24 злотых в час, а за 2 часа получается 48 злотых. После вычета этой суммы из той, что была на счетчике, и пересчета остатка на километры, мы получим вот такой сегмент. Уже кое-что. Это значит, что в обоих случаях... Убийца садился в машину в Орлове. Если даже мы учтем, что счетчики не высчитывают с точностью до 1 метра, что время смерти Хылока мы знаем только приблизительно, что такси могло стоять некоторое время, пока Хылока не застрелили, ну, ссора или драка, то и тогда будет ясно, что убийца в оба такси садился в этом квадрате. Гопляны, Палатины, Яна Третьего, Мествина, Зеленая, Райская... На Мествина живет Ковальский. Что это он всюду путается? Расставьте тут своих людей и займитесь этим квадратом. И Ковальским. Покажите губную помаду. Какую вам? Подороже. Панна Марыся, вас спрашивают... Пожалуйста. Может, то, она светлее. Вы ко мне? Да, здравствуйте. Я пришел по делу вашего жениха. Тогда вы зря потеряли время. Можете ему передать, что он меня совершенно не интересует. Но меня интересует, я из милиции. Что-нибудь случилось? Если бы вы им интересовались, я бы сказал, что он жив и здоров. А так я ничего не скажу. Вы хотите его арестовать? За что? Не знаю, но если вы из милиции, то... А, поэтому я сразу должен его арестовать. А мне почему-то кажется, что ваш жених скорее очутится в ЗАГСе, чем в тюрьме. Тут вы ошибаетесь. Он с этим не торопится. Не может быть. Я на его месте не стал бы медлить. О, он предпочитает флиртовать с первой встречной. Вы говорите о той певице из Ориона? О какой певице? О той, которую вы встретили около кладбища. Так значит, это певица из Ориона. Вы с ним часто там бываете? Дорогой ресторан, м? Никогда он там со мной не бывал. Когда я хотела куда-нибудь пойти, он всегда говорил, что надо экономить, копить деньги на новую машину. Оказывается, он меня обманывал. Может, у него есть другие способы добывать деньги? Какие? Ну, взять у кого-нибудь взаймы, например, у компаньона. Он не любит одалживать. Вот тогда на вокзале вы поссорились. А что было потом? Я побежала к автобусу, но он меня догнал. Начал объяснять, просить прощения. Потом мы поймали такси, и я поехала домой. А он? Он торопился на вокзал, потому что его ждал Казик. И не поехал домой? Ну да, я же сказала, что на вокзале его ждал Казик. Ах да, конечно. Gdzie, powiedz, gdzie pójdę nocą? W deszcz, w taki deszcz, powiedz, po co? Znów jesteś sam, ja to znam, dobrze znam. Znów mija noc, pusta noc, której szkoda. Ja z nim mówił. Сегодня в 12 приезжайте только на своей машине, на ту уличку, что за отелем, он к вам подсядет. Как я его узнаю?
Он сам вас узнает. Я ему дал номер вашей машины. С ним обо всем и договоритесь. Это будет надежнее, чем пароход. Осторожно. Вам соку? Нет, что-нибудь более мужское. Пан директор, это ваше. Благодарю. Извините. Простите. О, добрый вечер. Откуда вы здесь взялись? С Марса. Вас это удивляет? Нет, но, насколько мне известно, марсиане не пьют водку стаканами. Пожалуйста, дайте водки господину в рюмке. Благодарю. При случае я отплачу любезностью. О, это будет не скоро. Почему? Я тоже часто бываю в Орионе. Правда, я не такой постоянный завсегдатай, как этот. Вы узнаете его? Я вообще не запоминаю лиц. Жаль. Жаль, что вы его не помните. А кто это? Свояк моей тетки. Просил его навестить и не оставил адреса. Не будете ли вы любезны заплатить? Пришла смена, я должен все подсчитать. И у вас есть сменщик, как у таксистов. О, только не сравнивайте меня с таксистом. А чем эта профессия хуже, чем ваша? Просто более опасная. Что-то часто стали гибнуть таксисты. А вы бы предпочли, чтобы гибли бармены? Я бы хотел, чтобы и те, и другие оставались в живых. Я тоже. Спокойной ночи. Вы к кому? Я бы хотел повидать пани Кристину. Пани Кристина уже ушла. Через 4 дня я вернусь. Прошу вас все подготовить. Можете не волноваться. Адрес вы не забыли. И напоминаю, вам нужно сойти не в Орлове, а в Гдыне. В толпе легче затеряться. Ну так, увидимся через 4 дня. До свидания. До свидания. Ты виделся с ним? Да, мы все обсудили. О точном сроке я его извещу. Много хочет. Смогу ли я ему набрать столько? Вообще, когда начинаешь действовать, все не так просто. Что? Ну, подготовка к выезду. Нужно собрать $10,000. Но ты же мне сам говорил... Все, конечно, устроится, но, возможно, задержка. Завтра я уже буду дома и тут же начну действовать. Когда все подготовлю, приеду за тобой и заранее извещу, чтобы ты могла собраться. Но сама не делай ничего, жди от меня известий. Сколько это может продлиться? Неделю, две? Пожалуй, дольше. Прошу, возвращайся как можно скорее. Ну, разумеется, только не нервничай, если я немного задержусь. Но ты не уедешь без меня. Глупышка, как ты можешь так думать? Я же тебе сказал, что мы выйдем вместе. Жди и не волнуйся. Thank you.
пожалуйста, омлет с горошком. Его уже нет. Может быть, шницель по-венски? Да, пожалуйста. Еще что? Спасибо, ничего. До tej pory nie, nie lubię, kiedy dłużą się wieczory, noc nie kończy się przed ranem, wracam sama, częściej z panem, ale to nie jest pan. Ja бреду w толпе i все ж, я в пустоте, нет того, кто всех дороже, все не те. Долго ли жить одной на свете, день ли, год? Тот, кого хочу я встретить, пусть придет. Czy jeszcze rok, czy dzień, czy dwa, czy tylko kilka małych chwil i przyjdzie pan, ten właśnie pan, któremu powiem przyjść. Może będzie pan nieśmiały, będzie prawił pan banały, może pan przyniesie kwiaty, może będzie pan żonaty, no to co, no to co? Gdzie jest ten pan? Czy jest ten pan, którego spotkać chcę? Nie powiem panu, jak czekałam, nie, nie. Nie będę panu kłamać, byłam sama, nie. Pożegnam pana z żalem. Może źle mi będzie z panem, ale... Ale... To będzie pan, to będzie pan, którego spotkać chcę. To będzie pan, któremu powiem, że to jest to. Nie wiem, czy rok, czy może dwa, będziemy razem z panem szli. Czy jedna noc zostanie nam, czy wiele, wiele dni. Może będzie pan w podróży, może niski, może duży, może pan się zjawi w maju, może sam, może z panią. No to co? No to co? To będzie pan, to właśnie pan, któremu powiem, że to jest to. Вот здесь свободно, пожалуйста. Это и есть ваша певица? Да. Хороша, правда? Куда поедем? Орлова, зеленая 8. Пан заведующий. Минуточку, сейчас всех обслужим. Я ухожу, я должен был смениться 8 часов, я не могу больше. Вы совсем сошли с ума, сегодня первое число. Вы что, на днях вы сами опоздали? Но поймите, я еле на ногах держу. А думаешь, мы тоже еле на ногах держимся, а все-таки стоим, не уходим. Вы нам весь план срываете. Плевать на план, я ухожу. Вы уходите, а где же ваша трудовая сознательность? Люди хотят как можно скорее истратить свои деньги, помогают вам выполнить план, а вы им мешаете. Что вам угодно? 100 грамм. Пожалуйста. Содовой. Извините. А где пани Кристина? Она не поет сегодня? Она уже закончила свой номер. С сегодняшнего дня она поет в первом отделении. Зеленые 8. Это, по-моему, в конце, у самого моря. Не знаю.
Да, это, пожалуй, там. Вот черт, все докопают. Нигде нельзя проехать. Машина Ковальского. Ясно. Быстрее. Приехали. Сколько с меня? 33,50. О, пан директор, добрый вечер. Вы ошибаетесь, я вовсе не директор и впервые вас вижу. Вы меня приняли за кого-то другого. Возможно. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста. Эй, послушайте. Где здесь будет номер 6, а? Не имею понятия. Директор, пожалуйста, входите. Мне повезло. Я уж думал, буду возвращаться порожняком. В такую погоду найти пассажира в этом безлюдном месте просто чудо. Ну и льет. Пост четвертый докладывает. Такси «Ситроен» старого образца, боковой знак 488, с пассажиром, проехала в сторону шоссе. Как поняли, прием. Пост четвертый, говорит первый. Говорит первый, я вас понял. Я вас понял. Едем за ним. Отбой. Ну и погода. Отдохну у тебя. Сиди. Вот как вы просили. Хотя полагаю, что сумма слишком велика. Это же не только мне, вы понимаете. Ну, а теперь, может быть, закусите. Путешествие требует сил. А завтра вы уже будете ужинать в Швеции. За ваше здоровье, пан директор. И чтоб вам хорошо жилось в Швеции. Благодарю, того же и вам. Готово. Я думала, что, по крайней мере, этот идиот не приедет на такси. Торговался? Да, но заплатил все. Карманы обыщай, я посмотрю, что в портфеле.
Если это тот же бандюга, то ему не повезло. Накроем его в той же машине. Ну-ка, газони. Скользко. В котором часу ваш поезд? Через 2 часа. Я вышел заранее. Такая погода. А мы с вами раньше не встречались? Может, я вас вез когда-нибудь? Думаю, что нет. Я бы узнал вашу машину. Вот черти. За штрафами охотится. Добрый вечер. Прошу документы. Если не везет, так не везет. На этот раз, кажется, постоим. Ну что ж, я подожду. Случилось? Сцепление подвело. Можешь помочь? Ничего, сам справлюсь. Ага. А вы случайно не в город? Да. Не будете ли вы добры подбросить моего пассажира, а? Где же он поймает такси в таком глухом месте? Черт его знает, сколько я здесь еще провожусь. Подвезем вас, идемте. Не стоит, право. Неудобно вас беспокоить, вы ведь на службе. Ничего, ничего, не смущайтесь, доставим вас домой. Я бы хотел на вокзал. Ладно, подбросим на вокзал, идемте. Благодарю. Казика.
Что за глупые выходки? Поехали. Красивая ты. Интересно, как выглядит его жена? Во всяком случае, денег на нее он не жалел. Но все-таки все утащил, когда вздумал удрать. И меня хотел обмануть. Скот. А, наконец-то, милый граф. В котором часу ты являешься? А потом еще сидишь и за дамой ухаживаешь. У меня лапы отваливаются, один мишубетон. Ты думаешь, это Гоголь-Моголь? Отвяжись, я не мог раньше вырваться. Очень много работы. Перестаньте ссориться. Ты там все подготовил? Да. Но там еще поместится не больше 2-3. Придумаем что-нибудь еще. Уберите его. Что случилось? Что случилось? Говори, что случилось? Что случилось? Случилось то, что я не убил этого шофера. Случилось то, что это была та самая машина, та же самая, что и в прошлый раз. Ты представляешь, что я почувствовал, когда попал в то же такси? Хватит с меня этого, хватит, не хочу! Не тронь. Бросьте, а то еще поубиваете друг друга. Успокойся, Адам. Садись. Последние дни вас стали подводить нервы. Как видно, очень переутомились. Ну, выпьем, друзья. Это всем нам будет на пользу. Глупышки, думаете, я хочу вас? Пейте. Значит, ты не убил этого таксиста. Какой номер его машины? 488. 488. Что ж ты не убил его? Ну, сначала нас дорожная милиция остановила. Потом у него испортилась машина. В город я ехал с милиционерами и чувствовал себя так, как будто я уже арестован. К тому же это была та самая машина. И шофер сказал, что меня знает. Нет, хватит с меня. Успокойся. Выпей еще. Я совсем отстраняюсь, понимаешь? Выхожу из дела. Выдай мне мою долю. Я не могу больше работать. Как хочешь. Мы тебя не принуждаем.
Правда, я не думала, что ты такой ерунды испугаешься. Ты спутала? Ты дала ему яд? Я не спутала. Может быть, следовало ждать, пока он нас засыпет? Милиция только и мечтает о таких хлюпиках. На него приходилось порядочно. Разделим на три равные части. Боже, прямо как битва под Грюнвальдом. Уберите их поскорее. А таксист номер 488 должен исчезнуть. Чарный, ты им займешься. Очень интересная историка. А вон и Ковальский подъехал. Хенрик! Здорово. Пойдем-ка на два слова. Что ты с собой сделала, Марыся? Я тебе нравлюсь. Сейчас же умойся и сделай что-нибудь с волосами. Ты меня компрометируешь. А певичка из Ориона тебя не компрометирует? Какая певичка? Я все знаю, не притворяйся. И о том, что ты торчишь в Орионе, и о флирте с этой звездой кабаре. Какой флирт? О чем ты говоришь? Хорошо. Можешь продолжать флиртовать. А я все равно красивее, чем она. Думаешь, красивее? Иди посмотри на себя в зеркало. Она выглядит прекрасно, а ты... А я нет. Ничего. Еще найдется такой, для кого и я буду прекрасной. Оставь ее. Есть дело поважнее. Тут спрашивали о тебе. Кто? Но кто? Милиция. Спрашивали, где ты был в ту ночь, когда Казика убили. Я сам им все расскажу. Защита женщины, подвергшейся нападению, благородный поступок. И даже очень. Что ж вы сразу этого не сказали? Я тогда боялся Марыси. Тогда вы боялись, а сейчас? Сейчас это не имеет значения. Вы думали, что мы сразу сообщим это вашей невесте? Но, к счастью, милиция не занимается разрушением семьи. В нашу задачу не входит принудительная разлука любящих. Понятно. Но, может быть, несмотря на вашу занятость, вы бы все-таки нашли время заглянуть в Орлова на Зеленые 8. Для чего? Скажите, вы помните наш разговор в Орионе о марсианах? Тогда там сидел один директор. Прошу. Ну как? Вы уже выбрали? Еще нет. Обдумываем пока. Ну, пожалуйста. Я думаю, возьмем эти. Да. Я вас слушаю. Ну, значит, решили, берем эти. Добрый вечер. Верно, они лучше. Попросите, пожалуйста, Марысю. Она сегодня ушла пораньше, ей надо было кого-то увидеть.
Вы свободны? Нет. А в какую сторону вы едете? На улицу Красных Повстанцев. Ой, мне как раз в тот же район. Можете меня захватить? Садитесь. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Добрый вечер. Марыся дома? В парикмахерскую ушла. А в какую, вы не знаете? Не знаю, право. А когда вернется? Может быть, через час, а может и через пять. Зависит от того, какая там очередь. До свидания. До свидания. Рапорт агента из Орлова. Вчера и позавчера на Зеленой был Ковальский. Везде этот Ковальский. Как вам нравится эта парочка? Он староват для нее. Чем больше у мужчины денег, тем он моложе для женщины. Их вместе видели? Несколько раз. Приказ о розыске. На наше счастье, растратчики не терпят одиночества. Что вы знаете об этой даме? Еще не все. Говорит Радзиковский, у меня еще один приказ о розыске. Соберите людей для информации. Через час в моем кабинете. Где я его видел? Очень красивая зажигалка. Это не ваша. Откуда она у вас? Одолжил. У Ковальского. Ты с ним разделался? Нет. Ну, если вам это не под силу, то, может, я с ним справлюсь. Это не так просто. Посмотрим. Если этот шофер действительно мужчина, я приведу его сюда. Марыся, наконец-то я тебя нашел. Звоню, бегаю к тебе домой, спрашиваю знакомых. Где ты скрываешься? Давай посидим где-нибудь, я тебе все расскажу. Не надо, пусти. Вот как? Я тебя не стану упрашивать. Но запомни, на сей раз у тебя будет повод для ревности. А, наконец-то вы появились. Вы, значит, водитель? А кем мне быть? Директором? А чего директором? Должность повыгоднее. Как сказать? Можно мне рядом с вами сесть? Удобнее будет разговаривать. Смотреть, а не прыгать по улице козленком. Вы мне не сказали, куда надо ехать. Орлова, Зеленая 8. Зеленая 8. Вы там живете? Нет, одна знакомая уехала в отпуск и просила, чтобы я пожила у нее. Я ей обещала и жалею теперь. Сижу там одна денешенька. А вы чаще приглашаете своих знакомых. Ну, вот я вас и приглашаю. Придете? Приду. Когда? Сейчас. Идет. Я живу на Мествина, отведу машину и приду.
Так значит, я жду. Вчерашний салат? Ну и что? Он уже не успеет ему повредить. Я полагаю, эта штука будет надежнее. Шлепну его впереди и все. Ты, видно, спятил. Никакой стрельбы. Хочешь привлечь сюда милицию? Я вас позову, если понадобитесь. Ты все берешь на себя? Смотри. Это мое дело. Запритесь и не вздумайте входить, если я вас не позову. Живо. Каждую минуту он может сюда явиться. Иду, иду. Простите, что вам угодно? Поговорить насчет моего жениха. А что мне за дело до вашего жениха? Не притворяйтесь. Я видела, как вы с ним сейчас целовались в машине. Вы еще не успели, дорогая, выйти замуж, а у вас уже галлюцинации. Извините меня. Я не смогла сдержаться. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Я вам сейчас все объясню. Прошу вас, садитесь. По-моему, тут произошло недоразумение. Это замечательный коньяк. Выпейте. Вы что, ждете моего жениха? Вы не пьете вина? Я не пью коньяк. А я советую вам выпить. Это успокаивает. Вы еще не ответили на мой вопрос. Да, я жду его, но между нами ничего нет. Даю вам слово. Если вы не верите, спрячьтесь в другой комнате и послушайте. Это он. Прячьтесь скорей. Но я... Вы отлично выглядите. Пожалуйста, прошу, садитесь. Вы любите коньяк? Конечно. Коты там буянят. Но мне нельзя, вечером я должен работать. Обязательно. А за что вы предлагаете выпить? За ваше здоровье. Эвик, уходи! Надо не иметь никакого вкуса, чтобы выбрать такую невесту. Чарли, ты говорил, в подвале остались два места, займись ими. Поднять руку на женщину? Что за манеры? Этих развязать, а этих связать.
обыскать квартиру и тот подвал, о котором шла речь. Больно. Прошу вас, сержант, не надо. Теперь я никуда не убегу. Благодарю. Вы просто здорово работаете. Я вами восхищаюсь. За ваш успех. Отберите у нее. Коллекция увеличилась. Товарищ поручик, она просила не надевать наручники. И, конечно, я виноват. Если бы я знал, что так получится... Она бы не покончила с собой. Хотя бы этих постерегите. Я с вами потом поговорю. Товарищ поручик. Это надо опечатать. Заберите. Ну как, поручик, что-нибудь нашли? Кое-что. Нескольких директоров, которых мы давно разыскиваем. В лежачем положении, в подвале. Тут целая шайка. Ну и, конечно, Ковальский. И тут Ковальский. Кто это, пани? Тоже Ковальская. Через пару дней. Скажите, пожалуйста, это зеленая 8. Да, а вы директор? Да. Ага, значит, именно вас мы и ждем. Позвольте ваш чемоданчик. Прошу вас, входите. Прошу, прошу.